Путешествие в страну детства. Сегодня в ней мог побывать любой желающий. Достаточно было прийти в парк Ореховой Рощи. Только левой. А теперь двумя ножками топаем. Самое главное, это к чему любой здравый человек идет, чтобы появились наши дети, воспитать их правильно, и чтобы у них появились дальше дети. Но это здравый смысл должен присутствовать у каждого человека. Сегодня организовали праздник совместно с нашим ДК молодежным на округе в Ореховой Роще, где обычно и собираемся, празднуем такие мероприятия, проводим. День защиты детей, он уже традиционный такой у нас получается праздник, такой яркий, насыщенный. Сегодня деткам, понятное дело, что сладкие у них будут сюрпризы, разные эстафеты, марафоны, викторины. Площадь у фонтана стала импровизированной сценой. Вокальные выступления сменяли хореографические номера. Я иду без тебя, переулка знакомым. В нашем районе очень много детей, также многоквартирные дома, поэтому стараемся провести для детей праздники, не только для детей, но и для взрослых. Скучать здесь действительно было некогда. Праздник собрал сотни детей и родителей, бабушек и дедушек. Я сегодня пришла со своими внуками. У меня их двое. 8 лет девочка и 6 лет мальчик. Я их до сих пор поймать не могу, потому что им очень весело. Они танцуют, они пляшут, они... Я не знаю, что они там вытворяют со всеми детьми. Сегодня очень хорошо здесь у нас в парке. Праздник замечательный, очень много ярких детишек, очень много веселой музыки. Такое все яркое-яркое. Каким должно быть детство? Для ребят были организованы конкурсы и викторины, подвижные игры и мастер-классы. Страна детства с радостью принимала всех желающих. Сергей Корабельников, Антон Чистяков, Анапа регион.